Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости нашего канала. Сейчас прозвучит определенным образом песня, которую себе сочинил буквально вот недавно, о том, как у нас у всех отписывают подписчиков. И вот я решил на почве такого дела сочинить песню про то, как у нас отписывают друзей подписчиков. Итак, слушайте. Пускай эта песня будет для сайта уроком. Итак, поехали. Подписчиков у всех недавно отписали. За что такая началась на всех напасть? Мы поначалу тут, конечно, потеряли. Но почему подписчиков просто красть? Я слышал, отписали у кого-то сотню. По 50 отписано, вдруг у кого? На сайте стало совершенно неспокойно. Зачем подписчиков убрали, для чего? Подписчики, наши подписчики, куда вас дели, отписали вас у нас? За что такое в самом деле вас обидели? Зачем убрали вас у нас какой-то раз? Подписчики, наши подписчики, куда вас дели, отписали вас у нас? За что такое в самом деле тех обидели? Зачем убрали вас у нас какой-то раз? Я, впрочем, тоже очень сильно волновался. Десятка полтора убрали у меня. Категорично даже слишком возмущался. Такое дело не годится никуда. Но я расстраиваться просто и не стану. Хоть отписали, но со всеми я дружу. Что отписали у меня, я не завяну. Я не печалюсь и нисколько не тужу. Подписчики, наши подписчики, куда вас делят, отписали вас у нас? За что такое в самом деле всех обидели? Зачем убрали вас у нас какой-то раз? Подписчики, наши подписчики, куда вас дели, отписали вас у нас? За что такое в самом деле всех обидели? Зачем убрали вас у нас какой-то раз? Подписчики, наши подписчики, куда вас дели, отписали вас у нас? За что такое в самом деле всех обидели? Зачем убрали вас у нас какой-то раз?